Всем привет! ZBrush семерочка, продолжаем изучать 3D моделирование. В этой теме разберемся, как вытаскивать модели именно из игр. Погнали разбираться, надеюсь, вам будет интересно. Все минусы, плюсы разобрал. Рад буду, если вам все это подойдет. И опять же, сэкономить вам время хотелось. Первое, что нужно сделать, сначала скачать программу 3D Reaper DX. Вводите 3D Reaper DX, скачать торрент, и с торрента будет качаться лучше. Когда вы ее скачали, заходим теперь туда, где она находится. Это загрузки. Находим ее, вот папка ZIP. Открываем. Загрузка, вот она. Программа находится в zip-папке. Открываем ее и устанавливаем. И погнали. Сейчас будет установка. Разберемся, что нажимать, что делать. Жмем «Далее». Принимаем условия. Устанавливается на C программные файлы. И вот здесь вот есть у нас значки. Будем работать с 3D Max 7. Можно также работать с 3D Max 10, 9. Но я установил 7, чтобы было именно как вот объясняют видео, без проблем. Все это мы нажимаем, устанавливаем, жмем «Далее», создаем значок на рабочий стол загрузки. Вот он, значок у нас находится, 3D Reaper DX. Вот так он выглядит. Следом, что мы делаем? Запускаем эту программу. Высвечивается вот такое окно. Клавиша F12 нажимаете «Скачивать модель», F11 «Текстуры» и так далее. F10 «Текстуры» можно переустановить, как вам угодно, вот эти клавиши, какие вы хотите, чтобы были. Это не проблема, все тут установлено. Можно вот нажать Shaders, текстуры, мод. Короче, вот эти вот можно нажать. Вот это уже не нажимайте. Тут будет такая неразбериха с моделью. В принципе, и эти можно не нажимать. Я их не нажимаю. Мне текстуры в принципе не нужны. Следом нажимаем вот на этот значок. Находим загрузочный файл. Ярлык программы, которую мы хотим запустить. Отмечаем ее в папке. Жмем «Открыть». Все тут прописано. Армия Мэн, Сарджес Вар. Любимая моя программка. Захотелось с нее вытащить персонажа. Лепить не хочется, как всегда. Я ж ленивый. И жмем «Лаунч». Сейчас запустится игра. Я дальше вам объясню, что да как. Вот когда игра загрузилась у вас, в углу, здесь в углу появляется Ready to Capture, желтая такая кнопка. Все включено, значит программа работает, она это все дело считывает. Как это все работает, давайте разберемся. Вот я немного подлатался, взял кое-какое оружие. И вот теперь надо мне вот эту модельку вытащить с этой игры. Что будем делать? Нажимаем, у кого ноутбук, красная кнопка FN есть, где Ctrl, Shift. Нажимаем ее и жмем F12. Все, вы видите, что в углу все это дело считывается. Программка чуть затормозила игру. Следом можно нажать F11. Вот так выглядит теперь наша игра. Вот такая у нее тут раскладка. Также F11 отключает и F10 скачивает текстуры. Вот такая штука получается. Вот так вот выглядит теперь игра. Вот это дело мы сейчас все вытянем. Это будет танк, ящики, может даже машину застанем.
И немножко вот можно постоять. Чтобы он именно ровно стоял, можно его вот так вот поставить, можно вот, вот так вот. Жмем F10. Сейчас он немножко постоит и поменяет позу. Я постараюсь сделать это все скинуть. Вот, все, позу он меняет, я жму F10. Это дело мы считали. И опять F12. И вот я еще одну позу поймал. Все, это нам больше не нужно. Жмем Escape. Выхожу из игры. Ярлык. Находим документы. Находим папку 3D Reaper DX. И нажимаем Frames. Вот то, что мы сохранили. Вот именно тут. Вот такая штука. Так, теперь все это дело у вас не скачается, если вы не скачаете один файл. Он у меня на Яндекс.Диске. Вот загрузки. Могу выслать, если кому-то будет нужен, через mail-почту. Вот он файл DeepE. Вот его открываем. И скачиваем, устанавливаем, пардон. И его устанавливаем именно в папку плагины 3D Max. Копируем или просто устанавливаем в нее. И вот с этим плагином уже 3D Max жмете Next, принимаете все, жмете Next. И вот здесь устанавливаете в папку именно 3D Max плагины. Вот написано плагины. И в эту папку устанавливаете вот это все, распаковываете. Это нужно для того, чтобы у вас потом 3D Max именно работал с 3DR форматом. Все это нам больше не нужно. Теперь открываем 3D Max. Жмем файл. Жмем импорт. И находим именно вот эти файлы, которые мы скинули в папку Frame. Находим ту позу, которая нам нужна. Здесь уже все установлено, все подкорректировано, ничего жать не надо. Вот это 3DR Import Option появляется после этого плагина. Вы открываете, загружается модель. Она очень легкая, прикольная. Кстати, сейчас мы еще ZBrush рассмотрим. Установка поперла. С любой игры можно вытаскивать модели. Потом расскажу в следующих видео, как эти модели именно переделать. Они хрупкие, там сетка очень низкая, низкополигональная. Ну, получается казусы. Ну, это все дело можно переработать. Вот у нас загрузилась модель, можно тут ее выбрать, но я лучше ее выберу в ZBrush. Жмем файл, жмем экспорт, сохраняем на рабочий стол или в папку, которая вам нужна. Все здесь тоже установлено, жмем ОК, она легкая, быстро скидывается. И теперь заходим в ZBrush. Жмем импорт. Находим этот файл 5555. Вот у нас получилась вот эта вот модель. Вот это есть пустыня. Вот теперь нам здесь нужно найти этого солдата. Где он находится? Он вот он наш.
Вот тут можно машину вытащить. Уменьшаем drop size. Вот есть наш солдат. Его маскируем. Жмем Ctrl-W. Теперь нажимаем на него Ctrl-Shift. Все удаляем и оставляем вот этого солдафона. Ну, то, что рядом маска взяла, мы это удалим. Заходим теперь в Modify Topology. Жмем Del Hidden. Подводим солдата поближе. Вот наш солдат. Нужно теперь его немножко тут откорректировать. Он то исчезает, то появляется. Чуть-чуть его уменьшаем. Делаем флур. Вот он маленький какой тут гражданин. Жмем size. И прибавляем его по сайзу. Вот так вот. Следом что делаем? Берем MOV. Ставим его немножко вот так боком, потому что модель приплюснутая. И вот за это дело вот так его вытягиваем. Ну вот теперь более-менее похож на солдата. Давайте удалим теперь ненужные части, вот эти вот, которые тут попались. Жмем вот так вот Ctrl-W, нажимаем Shift-Ctrl, все это убираем, жмем Modify Topology Del Hidden, Shift, левая кнопка мыши, это все дело выравниваем, Alt-ом уводим, с помощью MOV снимаем маску, с помощью MOV подводим, корректируем его по сетке. Чтобы можно было с ним работать. Ну и немножко еще его так вот подтянем. Немножко ротации припустим. И с помощью мов поднимем. Смотрим, как он тут откорректировался. Опять же MOV и ставим его вот так вот в центр. Все, теперь можно модель крутить, она будет рядом, никуда не потеряется. Flur можно отключить. Ну и немножко еще, наверное, поработать ротацией. Вот так вот. Потом его можно еще будет подкорректировать, это уже не проблема. Вот такого солдата вытянули мы из игры. Все прикольно, все классно. В следующем видео покажу, как переделать сетку. Сетка у него очень интересная, вы видите. Все легкое. Если вы начинаете делать Ctrl-W, Ctrl-D, вы видите, что модель ломается. И надо с ней потом будет поработать, покажу как. Все, всем пока, до свидания.